Всем привет, с вами Гам, это уже седьмая часть прохождения God of War. Смотрим до конца, ставим лайки, игра очень интересная, и подписываемся на канал. Еще один. Смотри, мировой змей. Он куда больше, чем я думал. О, смотри, он укусил Тора. Или укусит его, наверное. Я не могу прочитать. Что это такое? Ужасно пахнет. Это я. О, это вроде первый сундук такой. Эй, это фрагмент шифра. Нужно найти еще несколько таких. Нам туда, да? Если я пойду сюда. Нет смысла, но музыка здесь играет, конечно, да. Что это было? Воняло ужасно. Твоя мать называла такое Ницшест. Мерзкое колдовство. Это она научила меня, как с ними справляться. Что? Неужто она и правда тебя чему-то учила? Да. Какой здесь туман? Еще гном. Может, нам... Нет. Он нам не нужен. Я очень извиняюсь. А откуда у тебя этот топор? Это тебя не касается. Да, и я с этим не спорю, но я его знаю. Это один из наших, и его... не для тебя, ковали. Прочь с дороги. Я не могу. Та, для кого мы его сделали, была мне очень дорога. И я буду несколько рассержен, если окажется, что ты с ней что-то сделал. Это мамин топор. Она отдала его отцу перед смертью. Фэй умерла? Это очень печальные вести. Хорошая была женщина. И храбрый воин. Ладно. Я улучшу топор для тебя. Но тебя никто не просит. Ну, верно, но можешь мне поверить? Твоя мать попросила бы меня исправить тот ужас, который сотворил с ее топором мой брат. Я знал, ты брат Брока. Вот половина клейма. Так Синий твой брат? Да, но из нас двоих талантлив я. Не вру, клянусь Фрей. Ты можешь что-то добавить, но убирать ничего не смей. Ага, но ты не мог бы положить его вон туда? Рукоять Нет. такая грязная. Ну что ж, ладно, тогда
Я просто... Это что, кровь? О! Над чем ты работал? А, это... Я зову его Небоход. Там на горе скрыты целые залежи редких материалов. Добыть можно, только потом надо их как-то спустить. Ты знаешь, как это сделать? Да пока что не очень. Нашли мы второго, значит, да? Брата его. Чтобы он нам оружие улучшал. Окей, так посмотрим, что здесь еще есть у нас. Сказал, берегись. А почему зеленый хп? А. Я же только что почистил. А почему у него зеленый хп? А, вот теперь он летит точно, видите, можно такой нацелиться. А, нет. Я уже разучился играть, как ему можно понять. Так где вы есть? Я справился. Давай, соберись. Осторожно, я еще не починил. Проклятый привод. Да что с ним не так? А как? Как это убрать? Никак. Чисто! Это хельская колючка. Ее не сожжешь и не разрубишь. Знаешь, здесь смысла нет, да? Что-то делать. Нужно уходить. Опа, белочки. Так. Опять это. Так, а что с этим делать, я вообще не понимаю. Здесь, может, как-то нужно это...
Не знаю даже. Я даже не попадаю. Нет, так не работает. Ну и что дальше? Что дальше? Не знаю, как это сделать. Блин, это должно как-то быть. Придется вам, я буду обрезать и искать, как это сделать. И я походу понял, как это нужно делать. Смотрите, одно мы нашли. Теперь вот, видите? Еще одно. Только как и что здесь должно быть? Вот это. Так, вот это должно все хватать, да? Вроде как. А, не та, не та. Значит, только последний раз. Понял. Это вернуть и это тоже вернуть.
Ну блин, пропадает одно, появляется второе. Должно. Да, есть, наконец-то. Наконец-то. Яблочко, да? Фигня какая-то. А может и нет. Не знаю. Мы приближаемся к горе? Да. Она не хотела, чтобы это открыли, да? Кого испугаешь, проклятие? Так просто мы не откроем. Окей. Значит, не откроем, а это что? Окей, тогда поднимаемся. На последнем этапе подъема я понесу ее. Я сказал нет. Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Это все? Вау, это нужно, наверное, поменять, посмотри, что лучше броня. Понял, все говно. Не, вот это хорошо. Восстановление, да? Туда мы так не попадем.
отец? Вот так вот мы быстренько с ними расправились. На этом все. Седьмая часть заканчивается. Вы, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Кто смотрит до конца, тот молодец. Всем удачи и всем пока.